рада приветствовать вас на моем канале. Вы на канале Вкуснейшин с Ланой Ланови. И сегодня для вас я приготовлю наивкуснейший салат из кабачков на зиму. Салатик готовится легко и просто, и очень быстро. И для этого мне понадобится на 1,5 килограмма кабачков мне необходимо 250 грамм моркови, 250 грамм репчатого лука, 250 миллилитров растительного масла, 1,5 столовые ложки соли, 100 грамм сахара и 80 миллилитров 9% уксуса. Перед началом приготовления мне необходимо все овощи тщательно помыть и почистить. По поводу кабачков хочу сказать, что кабачки у меня молоденькие, поэтому чистить я их не буду. Если у вас кабачок уже с семенами, то необходимо его обязательно почистить от кожицы. Ну вот, я потерла и порезала овощи, и сейчас в одну большую емкость я буду все овощи ссыпать и перемешивать. Первый высыпаем кабачок. Далее морковь. Лучок. Перемешиваем все хорошо. Добавим 1,5 столовые ложки соли. Сто грамм сахара. 80 миллилитров 9% уксуса. И 250 миллилитров растительного масла. Но я люблю 200 миллилитров, потому что я не очень люблю много масла. И 200 миллилитров для меня хватает. По рецепту это необходимо 250. Все хорошо перемешиваем. Вот, тщательно, чтобы кабачки дали сок. Сейчас я перемешаю и начну стерилизовать банки. Вот такие кабачки получаются. Посмотрите, какие они красивые. Они очень ароматные и очень аппетитные. Я все хорошо перемешала. Сейчас я буду стерилизовать баночки и продолжим с вами дальше готовить. Кабачки постояли 10 минут. Они дали сок. Посмотрите, сколько много сока дали. Сок мы никуда не выливаем. А сейчас мы начнем закладывать кабачки в стерилизованные баночки и доливать их доверху соком. Ну вот, салат я разложила, и из 1,5 килограмм кабачков у меня получилось 2 баночки по 700 миллилитров. Сейчас я накрою крышечками. Закручивать я не буду. И поставлю стерилизоваться кастрюльку примерно на 10-15 минут. На дно кастрюли я положила вафельное полотенце. Поставила баночки. Крышечки прикрыла, но не закрутила. Сейчас я сюда буду заливать холодную воду. Воду я сюда холодную заливаю до плечиков банки и стерилизую 10-15 минут. Итак, я простерилизовала 15 минут кабачки. Это у меня 700-граммовые баночки. Если у вас будет пол-литровые, то достаточно 10 минут. Крышки я хорошо закрутила, баночки перевернула. И сейчас я салат укрою теплым-теплым полотенцем и оставлю до полного остывания.
Хранить салатик можно при комнатной температуре в кладовке. Готовится он очень легко и просто, и получается невероятно вкусно. И если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте заходить в мои группы и, конечно же, оставляйте свои комментарии. Всего вам хорошего, всем пока-пока, приятного вам аппетита!